Лесные прогулки для самарцев под запретом. На период майских праздников в регионе введен особый противопожарный режим. Посещение лесов на всей территории Самарской области будет закрыто. У нас уже третий класс пожарной опасности. Все, решением региональной власти леса с завтрашнего дня будут закрыты. Не собирайтесь туда на шашлыки, не собирайтесь с компаниями, не создавайте угрозу своему здоровью и лесам Самарской области. С начала года в регионе произошло свыше 1000 природных пожаров на общей площади более 55 гектаров. За нарушение режима противопожарной безопасности предусмотрены штрафы от 2 до 4 тысяч рублей. На должностных лиц до 30 тысяч, на индивидуальных предпринимателей до 40, а на юридические лица до 4 тысяч. К работе в пожароопасный сезон готовы 17 лесопожарных станций, около 100 единиц специализированной техники. Сотрудники МЧС просят жителей соблюдать меры безопасности, не сжигать мусор и не разводить костры на дачных участках. Уже в этом году природные пожары прошли по площади 55 гектаров, пострадало 10 гектаров леса. Давайте вместе защитим нашу область от природных пожаров. Я обращаюсь к жителям и прошу не сжигать мусор, а выносить его в специально отведенные места. Напомню, под запретом на майские праздники не только прогулки по лесу. Режим самоизоляции продлен на территории региона до 11 числа включительно. Нарушителям также грозят штрафы. Жители региона настоятельно просят все праздники оставаться дома и покидать квартиры только в случае крайней необходимости. Лариса Шлафаст, «События».